зрители, как всегда, рад приветствовать вас на своем канале. И в этом видео давайте все-таки поговорим о химии Керхер, так как мы еще о ней не говорили, и многие даже не знают, что есть такая химия. Ну, химию я подразумеваю шампуньки разные, таблетки для ковровых покрытий тканевых. Ну, в общем, давайте смотреть, давайте разбираться. Как многие уже знают, компания Керхер производит не только аппараты высокого давления, пылесосы, пароочистители, электровеники, подметальные машины, но и различные чистящие средства. Стоит отметить, что химия для мойки автомобилей есть как бытового, так и профессионального применения. В чем же между ними разница? Например, автошампунь 3-в-1 бытового применения не несет вреда вашему саду либо огороду, а профессиональная химия RM806, например, предназначена для использования на мойках, где есть соответствующее оборудование, системы очистки. RM806 эффективнее, чем бытовой шампунь, так как концентрирован, его нужно разбавлять с водой 1 к 3. RM806 по цене получается примерно в 2 раза дешевле, чем бытовой шампунь. Если вам необходимо сделать химчистку салона авто или ковров, вам поможет химия RM519. Его нужно разбавить для пылесосов SE5100, например, пропорции около 100-200 мл на одно ведро, это около 4 литров воды. Также можно использовать таблетки RM760. Одна таблетка вместе с пакетиком на 4 литра воды. Кстати, видео с использованием таблеток у меня есть, ссылка будет в описании. Для мойки фасадов нужно использовать химию RM623. Отдельная тема — химия для санитарных целей. Если сделать сравнение с другими брендовыми чистящими средствами по ценовой категории, то, например, CA10 очищает, например, даже лучше. А если сравнивать по цене, то Керхер выходит дешевле. Это видео не проплаченная реклама, это просто информация для вас на заметку. Из одной бутылки CA10 получается примерно 10 литров химии для унитаза, примерно за $8. А теперь посчитайте, сколько стоит другая химия, которой, например, пользуетесь вы. Из этой серии чистящих средств есть также CA20 для поддержания чистоты санузлов, CA30 для очистки поверхностей, CA40 для очистки стекол и CA50 для мытья пола. И в завершение не упущу пятновыводитель RM769. На этом, думаю, все. Если что-то непонятно, то спрашивайте, пишите в комментариях по поводу данного видео. Может быть, я что-то забыл осветить, какие-то моменты. Думаю, видео было для вас полезным. Ставьте лайк под это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!